Иерусалим, мы шаве Цион. Мы очень рады быть здесь и чтобы приняли нас в качестве гостей. Я всегда чувствую себя дома, когда я прихожу сюда. Но когда сегодня мы все вместе, и мы действительно можем видеть в этом руку Божию, что Он нас привел в такое состояние, когда мы можем чувствовать вместе, как семья. בדיוק בכיוון שלא יונמר, יש לי משהו שאני מרגיש באופן נבואי לפני שאני אלך למשל. И как Леон начал пророческим образом говорить друг другу шалом, так я чувствую что-то сказать слова от Бога пророческие. ברגעים האחרונים באמת הרגשתי שאלוהים רוצה להגיד לנו שהוא מביא אותנו לתקופה חדשה. И в самые последние дни я просто почувствовал, что Бог хочет сказать нам, что Он приводит нас в новый период, в новое направление. Как ученики Иешуа Мессии здесь, в земле Израиля. Когда мы где-то в страхе и в стеснении чувствуем себя, как ученики Иешуа. שתוכניתו של אלוהים זה לחדש את מעשה השליחים. И планы Божьи таковы, что Он хочет обновить то, что происходило некогда, то, что описано в Деяниях апостолов. הוא קורא לנו למקום של האמונה. И Он призывает нас в место веры. יותר חזקה מאי פעם. В той вере, которая сильнее когда-либо бывшей внутри нас. На базе наших интимных, наших близких отношений с Ним. Так что приготовьтесь. Это время обновления. Это время укрепления. Это время вернуться к тому, к чему мы призваны. Тому, что написано от начала, от книги Бытия до книги Откровения. И мы не просто так собрались здесь сегодня. Мы здесь, потому что Бог хочет встретиться с нами, и Он хочет говорить к нам. שאני אמרתי כרגע שזה על הדף הזה. И все, что я сейчас говорю, это не, все это не записано у меня на бумажке. Я готовился говорить о чем-то другом. Элоим רוצה לעשות הכל טרי, חדש. Бог хочет сделать что-то совершенно новое и свежее. אבל בלי לשכוח את העבר שלנו, את ההיסטוריה שלנו כעם. Не забывая, конечно, истории и нашего прошлого. וזאת הסיבה שהיום הזה זה חשוב. И это в том причина, почему этот день важен для нас. יום תרועה. מהי המשמעות של היום הזה? День трубления. В чем смысл этого праздника? ומה זה הביג דיל על הדבר הקטן הזה? И в чем, почему такой шум вокруг этого такого маленького предмета? הדבר הפשוט מחיה. Это очень простое, простая вещь, которая взята от животного. דבר כזה и внутри оно пустое и такое плотяное, это физическая штучка. И Бог повелевает нам и сегодня встретиться и праздновать Ему. И я читаю эти стихи. Вайкра — это Левит. Левит. 23, 20... Какая глава? 23 глава стихи. Да. אותו דבר, 23. 23 глава, 23 по 25 стихи. וידבר אדוני אל משה לאמור. И говорил Бог к Моше. דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון. Говори к народу Израиля, в седьмой месяц, первого числа месяца будет шабатон у вас, будет праздник. זיכרון תרועה מקרא קודש. Воспоминание о трублении шофара. כל מלאכת עבודה לא תעשו. Никакой работы не делайте. והקרבתם אישה לאדוני. И посвятите это Богу. Время. מדובר פה על זיכרון.
Здесь говорится о памяти. Шанахну медабрим о хошвим ал зикарон, анахну хошвим ал хеавар. И когда мы говорим о, вообще говорим о памяти, мы имеем в виду некое прошлое. И понятно, что если мы в качестве основания принимаем прошлое, то мы не можем построить будущее. И поэтому я сегодня хочу говорить о, и о прошлом, и о будущем также. И также затронуть то, что мы переживаем сейчас. Слиха. Кодом кол ахавая беавар легабей хатруа. Прежде всего, переживание в прошлом относительно трубления шофара. Хаванахшов им еш маком бекит веякодеш шемедубар ал труа лифней ваикра кав гимел. Давайте подумаем, есть ли место в Писании, которое говорит при, о труа прежде, чем то место, которое мы прочитали. Ки дерех ашорашим анахну йехолим лехавин ма хи амашмаут. И поэтому, потому что таким образом мы более глубоко можем укорениться и понять, в чем смысл того, что мы сегодня празднуем. Берешит каф далет, слиха, каф бет. Бытие 22. כן, בראשית 22, פסוק 13, 13 סטיח. לפני זה אנחנו רואים את הקורבן, עקדת יצחק. До этого мы видим жертву, то, что называется עקדת יצחק, אברהם готов принять. שבטח אנחנו אמורים לשמוע על הקטע הזה היום. И мы должны будем сегодня услышать это место обязательно. אבל תקשיבו בבקשה לסוף הסיפור. Но послушайте, пожалуйста, чем закончился этот рассказ. אני עדיף שיש לך קיד והקודש ברוסית, כי במקום לתרגם, אני חושב שזה... אני בטוח שיש תנך ברוסית פה. כן, יש. מכל דבר שאני בטוח, אני בטוח שיש. еще повторите мне, какое это место? Ага, בראשית 22, פסוק 13. יופי, תודה מתוקה. לחיים. האם כבר אמרתי שזה כל כך מיוחד להיות איתכם היום? וואו. Сказал ли я вам, что это так особенно быть сегодня с вами? Я просто... Меитрагшут, симха. Весь взволнован. Трясет меня. Они маргиш это лев шел Элоим. И я чувствую сердце Бога. Шу пашут самеах. Потому что он... Леот аба шел акфуца азот. Он просто рад быть отцом всей этой семьи. Им эфшал омар, зе ахалом шел Элоим ацмо. Можно так сказать, что это мечта самого Бога. Что Он не только соберет нас в этой земле, но что Его народ вновь и весь как народ признает и провозгласит Иешуа как Мессию нашего и посланного им. Они знают, что рубейну хошвим שאנחנו לא גדולים, אנחנו קטנים, אין לנו הרבה כוח, אין לנו הרבה יכולת. Мы малочисленные, у нас нет много сил, и мы такие слабые, и все такое прочее. ואיכשהו זה בריא. И это где-то в каком-то понимании полезно так думать. Но не так, но не настолько, чтобы это влияло. שאנחנו מוצאים את עצמנו מהזמן הזה בהיסטוריה, הזמן הזה הנבואי. Чтобы нам самих себя исключать из этого времени, этого пророческого времени, которое происходит. И это полезно быть в смирении. Но то смирение, которое приводит нас к совершенной вере в Бога. Я еще раз хочу подчеркнуть. Это не что-то маленькое, что мы здесь все вместе. Это несколько общин, группа общин в Галилее, которые любят Мессию Израилева. И мы будем стоять сейчас. И мы будем стоять с этого момента в гордости за Него.
טוב, בראשית 22:13. 22 глава Бытия, 13. סוף כל הסיפור עם אברהם ויצחק. Это конец этого рассказа о принесении жертвы Аврааму. אחרי שמלאך אדוני עצר אותו после того, как ангел остановил Авраама, чтобы тот не принес жертву Ицхака. וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Бонахшов, שהנה הרגע אולי הכי דרמטי חוץ מהצלב בכל היסטוריה. Послушайте, если задуматься, это может быть самое драматичное место, исключая само распятие Мессии, которое есть в Писании. ברגע זה אברהם רועד, אני בטוח. И я уверен абсолютно, что Авраама трясет. Он был настолько близок, чтобы принести в жертву своего собственного сына. Своего возлюбленного сына. Его семя. המפתח לכל ההבטחות של אלוהים, לברית. ключ ко всем обетованиям и заветам Божьим. הוא מסתכל והוא רואה. И он смотрит, и он видит. Есть Аил, есть... Есть баран. Им карнав, им кренот шело. Со своими баранами. И он запутался. והוא לקח את האיל הזה. И он взял этого барана. שהשופר הוא סמל של הקורבן הזה. И шафар, который мы имеем сейчас, это символ того самого барана, принесенного в жертву Аврааму. И вот последние стихи, слова этого стиха. И принес его во всесожжение вместо своего сына. Вместо сына. זה ממש תמונה של המשיח. Это действительно картина Мессии. שישבול עבורנו בעתיד, מזה. Который пострадает еще в будущем, если стоять на этом месте. ולא יודע אם אתם יודעים, אבל בסידור, בסידור המסורתי, זה מדובר על הקורבן של יצחק היום. И вы, я не знаю, вы в курсе или нет, но в сидуре, ортодоксальном сидуре, говорится о принесении в жертву Ицхака. זה היה רגע של מפגש עם אלוהים. Это был момент встречи с Богом. הקורבן האולטימטיבי. Ультимативная жертва. מה קרה בעקידה? И что случилось в этом жертвоприношении? אלוהים אישר וחתם על הברית. Бог утвердил и запечатал завет с Авраамом. המקום השני זה בשמות. И второе место в книге Исход. שמות י"ט, 19. 19 глава. ואני קורא 16, 18, 19 ו-20. И я читаю 16, 18 и 19, 20. עוד מקום מאוד דרמטי. Еще одно драматичное место. לפני הר סיני. Перед горой סיני. ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. ויחרד כל העם אשר במחנה, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוהים ויעננו בקול. וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר ויעל משה. 16, 18, 19, 20. И были громы и молнии и густое облако над горою и звук шофара весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане, и вышел Моше, вывел Моше народ из стана в встречу Богу,
и стали у подошвы горы, и гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук шофара становился сильнее и сильнее. Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай на вершину горы, и призвал Господь Моше на вершину горы, и взошел Моше. И мы вновь видим встречу с самим Богом. ובתזמון של כל השופר אלוהים ירד מהשמיים לארץ. Со звуком, с голосом шофара Бог сошел с небес на землю. אז השופר, הנה המשמעות. И вот значение, вот смысл шофара. שאלוהים רוצה להיפגש איתנו. Что Бог хочет встречи с нами. הוא קורא לנו לבוא לפניו. Он призывает нас, чтобы мы пришли. והוא אומר, עכשיו אני אבוא. И он говорит, сейчас я приду. אני אבוא. Я приду. וזה גם אישור של הברית. И это также утверждение завета. כי מיד אחרי זה אלוהים נתן את עשרת הדיברות. Потому что сразу после этого Бог дает подтверждение этому 10 заповедей. וזה מסמן ומסמל את ביאת האלוהים המשיח לארץ. И это символизирует пришествие Мессии на землю. Хеврей, такшиву тов-тов. Послушайте внимательно, ребята. Элохим нифгаш и Моше. Лама? Бог встретился с Моше. В чем причина? Ки ле Моше ая лев ле Элохим. Потому что Моше имел сердце, обращенное к Богу. Ле кол эхад микем. Каждого из вас. Широце о роца ли пагеш им Элохим. Кто хочет встречи со Всевышним. У мухан. Он готов. У мезуман. Он, רוצה להיפגש איתנו. Он хочет встречи с нами. וזה גם נפלא באירוע כזה. И это хорошо здесь, сейчас, когда мы собрались. אבל גם לבד, וגם בקבוצות קטנות. Но тогда же, когда и мы в комнате закрытой. חבר'י, זה, אנחנו לא מדברים על דת פה. Мы сейчас не говорим о религии. אנחנו מדברים על נוכחותו של אלוהים. Мы говорим о присутствии Всевышнего. בארץ ישראל, בתוך עם ישראל, עכשיו, בתקופה הזאת. Посреди народа Израиля, сейчас, здесь. לזה הוא קרא לנו. К этому призвал он нас. אז מה בעתיד? יש לנו ציפייה לעתיד. И вот у нас есть предвкушение будущего. לשמוע את קול השופר. Услышать голос шофара. אני קורא מראשונה אל הקורינטים. Я читаю из первого Коринфянам. פרק 15. 15 глава. פסוק 52. 15 глава. 52. בן רגע וחרף עין בשופר האחרון שכן ייתקע בשופר והמתים יקומו בלי כיליון ואנחנו נשתנה. И вдруг во мгновение ока при последнем шофаре ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. בקול השופר הוא ירד. При звуке шофара, при гласе шофара, он сойдет. ראשונה אל התסלוניקים. Первое к фессалоникийцам. פרק ד', פרק 4, 16. ראשונה אל התסלוניקים 4, 16. 4 глава, 16 стих. Первое фессалоניקийцам. שכן האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים והמתים השייכים למשיח יקומו ראשונה. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и шофаре Божьем сойдет с неба, и мертвые в Мессии воскреснут прежде. חבר'ה, אני מקווה שאתם כבר מרגישים את הקשר. И я думаю, что, ребята, что вы уже чувствуете эту связь. Хар Синай, זאת הייתה הקדמה, כזה מנה ראשונה, אלוהים הראה לנו, איך הוא מתכוון לחזור. У горы Синай это было как бы вступление, это было заявление о том, что он предполагает сделать. וזה העתיד שלנו. И это будущее наше. זה חלק חשוב מאוד של משמעותו
шел Йом Труа. Это очень важный смысл и важная суть этого праздника воспоминания звука шофара. Никуда ахуна вакцара. Последний очень короткий пункт. Еш гам хайом, хове. И есть и то время, в которое мы живем сейчас, в настоящее время. Ми по царих омец лев лиямим хаэле. Кто здесь нуждается в смелости? Хевре, זה לא זמן קל. זה לא זמן קל. Это нелегкое время. אבל אלוהים רוצה לפרוץ דרך. Но Бог хочет сделать пролом. אנחנו בתקופה רגשית. И мы в очень волнующее время. ועכשיו אלוהים מכניס את מלכותו לתוך המלכות של העולם. И Бог внедряется своим царством в царство этого мира. И если мы чувствуем напряжение или даже боли во внутренности, это причина. Это родовые схватки. Это нелегко. Мамы, которые здесь, вы можете сказать амен на это. Но стоит ли оно того? אתם רוצים לשלוח את הילדים בחזרה? חתיתי לי ושתי. מה פתאום? ваши дети вернулись откуда они вышли? עכשיו אנחנו כמו אישה. Мы как подобные женщины, которые в родовых схватках. ואלוהים רוצה לעודד אותנו דרך השופר. Бог хочет ободрить нас через голос шофара. כי לפחות פעמיים באופן מאוד חזק ויותר. Потому что хотя бы дважды самым сильным образом. גם בימי יהושע וגם בימי גדעון. И во времена Йошуа бен Нуна и также во времена Гедеона. השופר הפך להיות כלי מלחמה. Шофар выступает как средство войны, как אז היום оружие. אנחנו יכולים לקבל אומץ לב ועידוד. Так что мы сегодня можем получить смелость и ободрение. חיזוק לאמונה שלנו. Укрепление нашей веры. דרך קול השופר. Через голос шофара. כשאנחנו תוקעים בשופר. Когда мы трубим шофар. יפה. וכשאנחנו שומעים את השופר. Горячую воду можешь принести? Когда мы трубим шофар. זה סימן של ניצחון. Это знак победы. Аллилуйя. 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 Аба, אנחנו מודים לך. Отец, мы благодарим тебя. על הניצחון שאתה נותן, נתן, נותן ותיתן לנו. Мы благодарим тебя за то, что ты дал нам. דרך ישוע משיחנו. И то, что ты даешь нам сегодня. Через Иешуа Мессию. Аминь.